Привет всем, как вы можете видеть сейчас за мной каркас. Это теплица будущая. Такая вот, я снимал постепенно, как ее сделать. Сделали специально трубогиб для нее, чтобы сделать арки. И по чуть-чуть я снимал каждый день, то есть сам процесс. Там чуть-чуть, там кусочек, вот. И сделаю такой плейлист, там где будет полностью описание и рассказано, как ее сделать своими руками в домашних, ну, вот, условиях, как мы сами делали. Делается она довольно-таки просто, ничего сложного нету. Сейчас еще раз давайте подойдем, я покажу. Чуть-чуть вблизи так. Ну и можете перейти в описание под видео, посмотреть. Там будут видеоролики выкладываться. Ну, думаю, через недельку уже будет полностью, мы ее на выходных накроем. Вот. Изначально клеенкой в этом году накроем. А потом уже посмотрим. Или поликарбонатом будем на следующие года. Пока так. Вот. У нее два окна будет. Одно вон окно, одно вверху. Верхнее окно хотим сделать. Систему купить. Такая, какая при определенной температуре, там 25 градусов, смотря как ее отрегулировать. Вот дверь будет сама открываться. То есть хлоп открылась, потом хлоп сама закрылась. Стоит она довольно-таки недорого. Тоже сделаю ее описание и все покажу. То есть вот такая вот тепличка будет. Вот так же можно не только землю засаживать, а еще сделать стеллажи, подвесить и какие-то ящики, какое-то с землей, салаты, там редиску. Что-то такое тоже можно выращивать. Вот. Верхнее окно вы сейчас видите. То есть вот так вот. Так что все дальше расскажу и доснимаю.